Там пирожки на полочке, возьми один. Спасибо. Да хули попка-то сжимается, надо тащить. Шея. Костя, моя богруха, блядь. Ну, не обессудь. Можешь забрать науки. Продам запросе, блядь. Да хуй ток из голды, ничего не падает. Блядь, Султан, когда у тебя будет Т5? Ты заебал, на. Армсов апать. Нормальных армсов нет. Ты чё, блядь, они будут умирать ещё? Я хз какой. Он велюжно загрыз. В чем прикол, Суджиро? Там ударом героя не всегда получается играть, и ты агро срывать не будешь. Ты думаешь? Знаю. А другие скиллы тоже, там дамаг ты видел, там, нахуй, овер увеличен на 30. Если с пугами, нахуй, я вон, протовар со мной танчил. И то не, я не срывал агро в соло. Я с пугами срываю, блядь, и так 30 секунд, что нахуй каждый раз, если танчишь, я одетый очень сильный человек. С Т5 я знаю, что будет. Ты будешь, блядь, просто ждать, и трэш умрет, ты потом начнешь. Если ты выживешь, то это тебе повезло, блядь. Я никогда не умираю. Ну ты в гильдии, потому что ходишь. В гильдии ты ходишь, потому что с нормальными танками. Мы аналитики собрались тут, блядь. А, ути, блядь, который... Сейчас вам дает, утя, блядь, нахуй поднесет это тот самый, за то самое. Ну, понятно. Русский язык не слышал. Да нахуй, ну. Еще микс портовал, простите. О, тут поездка. Где? На топе что-нибудь падает вообще на мага? Это вот этот щит, блядь? Да. Он расплыл. То есть опять на ауте. Его распылить и продать дороже кого-то. А если осколок? Я, короче, могу зайти на вар, а там какое-то говно падает. Да. Ну да, там хуйня падает просто на мар. Зайдешь. А за это баннер же. Сейчас да. Нельзя. За сундук банят, ребят. Да нихуя не банят.
Ну жди бана. Это как у нас на цирке. Бля, ничего там не банят, каждый рейд 25 хп. Ну да, да, поэтому я иду покупать шмот, блядь, в рейд, да? Потому что ты ходишь с гвардом, на которые сыкуны, блядь, чё ты нахуй думаешь? Да просто крыса в рейде, походу. Согласен. Подожди, подожди. Я вылетел, захожу. Мужики, а курить после дракона зеленого, да? Дайте и интеллект. Инту магия. Захожу. Сейчас зашел. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Хорнару свершить отмщение. Знаешь, когда там герой, просто вижу, кто кинул. О, первая сфера пошла. Тебе подвести сферу, нет? Нормально, подведи. Хильте протопал. Только хилить надо меня еще. Да, там почему-то бес, короче, этот. Кинетик бьет, но все хорошо. Меняй лок, да. Вихрь, да? Нормально делай, ежи. Ты так не пошути, жесть. Я не шутил. Будет ты как комбат, короче, да? Нам нельзя терять байт. Пейн.
Дима, а чего у тебя в ТП-тах по ТП-ску? У него два ТП. Ты захотел нас лайпнуть? Ничего себе! Катушка говно упала. Бля, там кошмар сыпется, прям пипец. Не, там после ты смотришь. Ребят, вальки убиты, чего вы жметесь по стенке? Мир, я вообще стоп. Когда с ними он... Адвенс у тебя на кинетике стоял же, да? Да, у него на кинетику стоял. Ой, посмотри. Он на этом... Ну, который манекен там последний, дела, морд. Багнулся. А, ниже, короче, вара... А. Сейчас подвожу ты нахуй. А, во. Мальтиз БК. Блин. Даже ниже арм. А ты что, сдох уже, что ли? Эй, я Диму спрашивал, он умирал? Нет. Че там тебя не было тогда? Где там? На сурке он дал 17. На сурке от вас сколько там уже? А, ну да, 8, блин. Я откуда 8? Я еще не понимаю, что за фигня? А пан на ком сидит? Ну, либо на шлеме. Так я вышел, блядь. Потом уже на другую сторону переходил и сдох. Ох, бля, вы чё нахуй делаете? Может, я потанчу, что ли, или чё? Давай я на трэш зайду, потанчу баром. Я их рот ебал, блядь. Да, отведите просто в огненную в следующий раз. Не знаю, о чем вы говорите, где вы тут нахуй курили, что ли, какая огненная. Согласен. Там охотница всего. Ну я-то так и сделал, а кто-то не делал. Постреливал нас, блядь, в упор, пиздец. Дима, ты тоже глыбу, да, нажал? Знаешь, вот после бара на магне, когда сидишь, очко просто сжимается нереально, блядь. Любой скилл тебя убивает, вообще кто угодно. Ты пиздец какой. У тебя глыба есть, наварю тебе. Так я дал глыбу. Не, наварь-то похуй, вар бессмертный.
Чарльз покину тело? Ты чё, бля, в фотоваре в ДД шмоте танчит этого, на в ЗСе под его задом. А здесь просто она стреляет, я даю блинк, чтобы вот эти, и все равно стрела там по одной, конечно, летит, но уже пиздец. За полторы секунды, и глыбы, естественно, как бы уже сдох. Это все равно пиздец. А вы этого раздаваку позовите. Да раздаваку понерфили нахуй, он шел. Ну это я знаю. Я уже видел, сегодня ходил с этими, да, на лече, рыбки, соло таргет дал, как вообще пиздец как мне. Ну зато по Вальку у него было 6 лямов, кстати. Тотемха влезанули, да? Ну да, там тотем, кстати, уешь пиздец, он жестко очень на самом деле. Они на трэш просто охуенно дамажат. А чтобы резнуть, нужны сбои выйти, которые висит до конца. Ивент идет. Не понял. С каких пор на трэше не войди, блядь, данж. Это уже после нерфа в 25-ке? Ну я говорю тебе, после нерфа ты с ним ходил? Когда он дал? Вчера, позавчера, сегодня. В 10-ке мы с ним были, короче, когда ты 5 изменил. Да, он все-таки 26 дал, да? Также с этим с нерфом. Ну понятно. Тем более, давайте возьмем его хуй. Это не нерф, это ёлана. А чё там, блядь, то там теперь как уроки спасут, что ли, нас? Да. Вот смотри, тотем ауешит теперь стал, очень жестко ауешит, но в соло там... Да. У них нету теперь увеличения урона от этого скипания и от удара бури. Поэтому соло таргет они понерфили, им дамаг на 25% считай, потому что постоянно этот баф висел. Ауе добавили охуенно. Очень жестко ауе, ты даже себе не представляешь, насколько. Ну вы чё так долго жаль бьёте? Да, согласен. Я бы сделал ему хотя бы удар грома, чтобы было, блядь, вот потому что у него нет... А ДПС порезал. Не, потому что, понимаешь, они сделали вихрь, но в 4 цели, а когда там трэш, ты не факт, что будешь вообще задевать лишние цели. Лучше бы они сделали реально удар грома ему, какой-нибудь тройной, блядь, знаешь, три топа вместо одного так хотя бы. Это было, был... блядь, вот удар грома, должно было кровопускание развешиваться во все цели. Знаю, но это слишком долго, это но хуйня. Это механика кровь. Еще с этого, блядь. С катаклизма. Катаклизма, блядь. Но прикол в том, что кровотечение, оно агро нихуя не генерирует, а удар грома генерирует. Если бы они сделали просто удар грома, там в три раза подняли дамаг, или сделали бы хотя бы три топа подряд, что-нибудь так. Это было бы намного лучше, на самом деле, потому что у Варова очень большая проблема с большим количеством мобов в шубах. Ну поэтому есть мишки, блядь, каждый класс по-другому, Паша. Чё вы, блядь, творите на... Меня? Второй? Да, я уже спек.
Подожди, я могу ответить. Локи сложил тут. Я пробегал мимо его, резнул, он что-то лежит. Включи демонический доспех. И стой тупо под боссом. Нихуя не делай, бей трэш, но тупо под боссом. Демонический... А усиление магии работает с демоническим доспехом? А усиление магии это баф, нахуй, демонический доспех это другое дело. Не, ну хуй его знает, наверное, сервак, блядь. Ну вот, я рогу мутик, у меня вообще постоянно без доспех. 20%. Ты знаешь, какой демонический доспех? Пожалуйста. Да. Поставь, пожалуйста. Сколько, кстати, он дает увеличение хила в доспехе? 20%. А он у него прокачанный вопрос, хрен ли ему ставить, если он не прокачанный? Его не надо прокачать. А здесь души дают с этих смогов, которые идут? Ну, с этих четырех дается, с других, наверное, нет. Слышь, Дима, давай я буду усиление тогда кидать, у меня сила. Через кого хилить никого? Чё, прохилить можно было, да? Чё его найти, ещё я его не вытащил. На Вальку главный. На него тоже. На Вальку уже дома. Заебись, сейчас бы, ну, баваром, блядь, огробы соворвать, всё. Успокойся, ты арм. Братишка, где ты стоишь там? Классно, под Вальку. Смогу вообще вылететь. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение. Да. Припал, уйди на. Давайте вместе им даю мастер-аур полетели. Давление. Ёбаный бабл. Я открыла портал в изумрудный сон. Еще один портал можно дойти. Опа, блядь. Истаргайся. С гром слева. Это с гром, блядь. Слушай, я сложил портал, хлетает, да? Нет. Чё за ебаный серп? Я его в бою не могу выделить. Красиво, да, но, блядь, поставил.
чё, по ролям? А что будешь ролить? Ну, за этого ты купил, как этого? Или вообще все, что до этого было? А, ну у меня не было же с вами. Сейчас на Лану потом пойдем. После Ланы на профа или на эту? На... Вальки мертвые, можно не жаться к стенке. Это дело привычки уже, понимаешь? Стены теплее. Я как-то легко от этой привычки отошел. На Лану тоже варом заходить? Че, вторая боешка? С боссом. Да. Ну, запах плюс. Это... Чё си за инст? ДКшка 61 лям. Почти 60 было на бумаже. У нас минус. Минус холипал. Ну, говорит, засыпает. Говорит, меня перехилили, блядь. Паладины хуже меня находят. Не-не-не, ребят, просто засыпаю, заебал. Бороться уже с этим. Да-да. Холиан, да. Просто... Да не, я так просто пошел. Да, ПМ просто засыпает, до конца бы пошел, но сладких снов. Давай, я записать. Ой, бать, можно я залечу? Да. Я потом исправлю. Кто нам сказал, можно я залечу? Это лог. Я в игре. На подсосе туда. А это Женёк? Это Женёк? А, Женёк, да мне лич нужен, блядь. У меня уже все открыто и третья ката на лог. У тебя сейчас сколько времени, Женёк? Полдевятого. Жена на работе, можно задротить. Я, блядь, рано специально встал, потому что я все буду спать до поздна. Завтра опять хуёр. Лягу рано, блядь. Пол девятого чё, утра? Угу. Аплю. Чё там это? Пока на трэш. Сейчас все будет. Вы ещё на куда пойдете? Слушай, кто танчит вообще? Ты, а второй кто? Нормально будет тоже. А, проф сейчас, да? Ладно. Ноль друлей. Релок он написал. Захожу. И
Я в тебя учу. Так, я учу. Там не самый последний по ДПС, там еще, блядь, этот есть. Фростбека победили. Ну, выше 10-го места тебя ни разу не видели. Да, был я больше. Я больше не вот на хуй. Ну дай ему разводить чмота, он. Ну да, да. Голоба хуёвый. Кон 242, ты 272, вот и вся. Я бы лучше отстал 242. Не знаю, зачем вы смотрите по Инарам? А почём смотреть? Не, ну их одинаковый левел. Я тебе говорю, что вы 272. Да-да-да, пол шестого это жестко, у меня то же самое. Суманете, пожалуйста. А зачем ты мажут в восьмой группу кинул? 277 ДК. Ага, похуй на него, да? 277 только там и место. Твоя, все свои, своих нельзя нахуй кикать, завязывай нахуй. Бар выиграл. Нахуй он бар бухает. Нахуй он паладину. Быстрее только реагируйте, ребят. Сразу обмен давайте, блядь, не слакайте. Да, да, фастом. Два часа будем, блядь, ролить. Все, вар обмен сразу вы. А. Вар выиграл. Ой, ДК выиграл, ДК. Хин бет вообще ты выиграл. Он писал на танк. Давай, ДК. Окей. Ну все, прослакал, давай следующий ролик. Мне писал Ксинбет на танк и натуралия на хила, больше мне никто ничего не писал. Ну я на танк. Нет. Да-да-да. Тут есть у них с головой проблемы. Давай, хапал обмен. Не-не. Я попался на эской, блядь. Да-да, не отдал, я не знаю. Я нажимаю обмен просто. Выйди с игры тогда.
голове у него фикс. Пусть уберет это уважение шлема, это пиздец, невозможно смотреть. Роль следующий. Бой, ты можешь на настройки зайти и убрать это уважение шлема? Да пиздец, Войт, это кринж. Да не мешайте, пусть разрулит, курить еще хочется отойти. Нет, там что-то на второй что-то писать. Я как бы нет. Ну что, варам не надо что ли? Гейминг, обмен гейминг. Ебать, это ролы, блин. А зачем Геймин, он же ДК? Я Фрост ДК, мне РПБ нужно. Ну, у тебя латные, как бы, зачем брали в кожу, я не знаю, но ладно. ДК обмен. Скоро ЦЛК уже на групп луте ходить будем. Не-не-не-не-не, я на токен кидал, не успел. Надо суммонить или нет? ДК выиграл токен, по-моему. Токен выиграл Рога Алишкин Тенчен, Блэк. Да-да, ДК второй. Выкинь нахуй. На трансмог. Хпал обмен. Что-то это хуя у него ролов по 94, заебал. О. Да, даггер. Мне грудак пароль. Оба по 92. 92. Дай даггер, он... Да, я точно ролю на хули паладину. На ОСП. Вар, это ты ролишь на Армса. Не-не, на ОСП, если никому ВМ не надо просто. Надо. Хапал. Хапал, а. Ну, вообще-то я на танк ролил, да, как мейн? По мейн спеку ролят сначала. Ну да, по мейн-спеку я сказал на танкер. Мастерал выиграл. Мастерал. Не натурали и груда. А даггер что, отдал уже кому-то? Блять, в смысле катушка? Да ну нах! Пизду. Да блять, в ЦЛК гер пойдешь там выйдешь. В смысле? Странная реакция на катушку. Блядь, он падает нахуй. Подожди, да, ты упал. Катушку ролил? Нахуя, если я зашел на вары? Ты же сказал, что будешь то, что мало времени. Ну, кинь ролл, если сролишь, зайдешь по ага. Ну, бля, ролл-то у меня пиздатый сил. Давай, кидай на. Я уже кинул, 48. Стражи. Ты меня пиздатый. Ну, посох. 271. Бля, ну что там шкаф поставите? А все еще не ролили? Бля, шаман, можешь так не делать? Че шаман нам делает? Подожди. Майнспект, майнспект, майнспект. Натуралия плащ выиграл. Хинбэк. Нет. Не-не-не, я на хила ролю. Нет, нет, стойте. Да он же дорожку понюхал. Хорошим да. Стэмин. Что, стоил нить?
Кровавый взор. Кому надо? А чё, как бы кольцо выиграл, то не просто. Кровавый взор обмен. Кинул обмен. Можно РЛ отойти курить? Вот этот мусор разрольте плечи, надо кому нет. Боешный роль? Да хуешный. Это меткость хас слей. А, извиняюсь. Бля, ну вы с ума не уйдете меня? Я уж сам бы... Да я скидал уже суммон. Я уже отдал престу, лок, не обессудь. Штаб. Ты же курить там отправил. ДНМ маг, какой шкаф? Как вы его присвоите, если ДК в рейде? А маг портал дал раб. Минуты есть времени? Редвик Малый Воин. 5-4 Т5. Да, топ не сдам. Так, ладно, Войт, на ДПС пока не смотри, я бича флики попробую. На профи лучше пробуй. Не, в смысле, и свои-то, блядь, положенные я дам. Что? Так, хочу. Блин, да просто у меня столько шмот этот раз, дух, целых 4 шмотки. Слышите, есть у кого-то астральная чарка 15 мастерства вот это? Энчант. На запястье. Да, блядь, у Энха мастерства не хватает. 2, блин. Ну, капец. Парирование столько вылетает, ну. Да поставь ты камень, ты на мастерство и все. Во. Вар, будешь весь шмот на продажу ролить или как? Дант. Чего? Ничего, все нормально. Не разу. Слушай, а чернуть можешь? Кто-то там не линковал его. СС по кому кинуть?
Я не готов, каску не даю. Спасибо тебе. Вот прям выручил. Так, что там, когда взлетает Тремор, да? Эти бабки, вообще нихуя нету, блядь. Нихуя нет. Пиздишь, как. Нормальная ты... лапа, блядь. Горн там. Нормальная, нормальная лапа, если он тебе. А, это барапа. А какая нормальная лапа, если у нас нету друидов? Жестики. Рыбы там. Дайте мне обостренка, пацаны. Это будет красивое. Неразумное решение. Слева, если что. Бегайся, Женю. Дай. Блять, ну. Страдайте же. У меня есть не мастер аута. Нельзя в одном фрейме стоять? ДНМ слева встанешь. Кто магу? Слобик, нахуя ты так лич легче за. Да. Это я быша буду крутить. Где радаю?
меня в контроль. Где меня в контроль, я не успею кусить. На мне тени были. Отойдите кто-нибудь, диван дам. Там кому-то не там укус раздали, да? Короче, у меня кто-то мага спиздил. Не буду показывать пальцем, но это был нехороший человек. Во-первых, зачем было реплика кусать, который не дамажит 4-5 и фул дамага, блять, чтобы укусить. Нашел, а он уже укушенный, ебать. Ну и че, я лучше в контроль бы пошел, согласись. Паладин. Мне лужу разлил. Боже, я его лицо пол. Да, да. Так рыбу воткнул. Что привело тебя сюда? Не, ну трансмут у него, кстати, нормальный. Первый и второй. Не, трансмут. А что это? Это шмотки ты пятый. А, ебать, ну подойди нахуй. Пять шмоток купить, ты пять ебать. Не, ну выглядит он красиво на самом деле. Шкаф поставьте. Это, чё, я, короче, в детстве костерился здесь. Укусите шкаф, я хотя бы вкус не проебу, нахуй. А чё людям мешает, нахуй, сбежаться, стать в Мелизону? Не знаю, что мешает людям. Ремонт стоит, починитесь. Заебись, в Мелизоне. Они продолжают дамажить случайно в Мелизоне, к нему РДДшник через всю карту хуярит, блядь. А схуяли РДД? Сейчас пол рейда вайтнулся из-за того, что кто-то лужу себе в сраку засунул. Вот мы и вайтнулись. Так мы могли и его... Да, я долбоёб в ней умер, блядь. Пока хилка оставалась сдох. Вы не стоите в одной куче под боссом? Короче, тут можно стоять тупо всем, абсолютно всем в мелизоне, и тогда не нужно сбегаться. Все, что вам нужно делать, это раздавать укусы и выбегать с лужами. Рейд никак не будет просаживаться, нихуя не поменяется, если вы будете стоять просто все в мелизоне. Вам не нужно растягиваться по всей площадке. Это нахуй не нужно, вы просто тратите время. Лапку это ебать тактика в траблах, которая была, вот нахуй. Помнишь, все стояли в куче. Да просто все стоят в куче, чтобы... Ну только ханты на РДЗ не стоят, но чтоб они могли бить и все. Войт, почему у тебя такой шлем? Кас. Это пиздец. Это все понятно, но шлем это пиздец.
In bed. Бабл нажми, да и все, нахуй ты бежишь. Хант, подойди. Мы сейчас умрем, что так долго проходит? Женек. Может, джагу на свет поставить? А холи пало для чего? Хант. Слобик, я укушу ДНМ, пожалуйста. Бабл, бабл нажми и все. Не надо мне нажми. Глухая оборона спасла, блядь. Я был колоссальный КД после мастера аур, нахуй, заебись, блять, бой. Да и флешка есть. Ни одна за 3 секунды, нахуй, не кликала, это тоже же. Полтинник, как я тебе в полтинник, вы КД по 3 секунды прыгну. Так, тихо. Я укушу Макута. Сбежались. Этот Хансла. Подланы, nice. Бля, тени, молодец. Люб ты, красавчик, вынес. Не нахуй, пожалуйста. А вот ты Ник, вот, да, я его в ЧС. Правильно, кидай диван. Кенштейн. Это Алкенштейн был? Хик, ухожу. Да, да. Теперь тут ты знаешь, да? Они спали. Извините. Тайм бежим, на средства нету. Очень-очень долго. Два раза хан. Я вообще хилю по КД цепуха, ибо точечно даже не успеваю, сильно проседаю. Все, кому нужно разбегаться, это хантам. Просто следить за своим дебафом и забежать в мелизону. Да не рассказывай, войду, воротник, да, этой тактикой бить не будет. Вот сейчас мы этой тактикой били. Вот. Нет, вы не этой тактикой били. Ты видел, где рейд стоял, блядь? В хилах ты чё, тут пиздец вообще на переход. Няу.
Я еще попробую Т4 второй кусок одеть, чтобы вообще земли еще помассить. Слушай, Данте, так и лучше раскол реально будет, дохуя пуль. Ну окей, ну я, блядь, одетых пацанов передамаживаю, ебать, чё. Кого передамаживаешь? Я тебе еще раз говорю, кидай раскол, у нас, блядь, есть Роги, ебать, Хант, я и еще один. Паладина в грядке. Даже если ты передамаживаешь один... Ты прикинь, сколько они дадут ДПС? Я когда... же говорю, я не против, окей. Все, спасибо. Пусть у нас два. Я, блядь, сам бегаю 269-м варом с ними, блядь, по оку, ЗС, и сам стакую эту. И потом ору, мало ДПС даешь. Ладно, Вой, давай так тройнем, типа, пусть укус будет на мне, дайте мне его поймать подожди, просто. Подожди, сейчас, подожди. Не травимся. Боя, давай не это, нахуй. Я вообще писовый, блядь, буду, нахуй, на следующей неделе завязывать. Да я просто рано отошел от босса, перестал дамажить. Когда люди начали. Да-да. Ебать, убиван тут 268-й, ебать. Я бы Данте брал, он 242-й. Нормально дает на свой. Да, наверное, да. А чё тут тянуть кота за яйца? Смысла нету. Гол? Гол оф трай. Да про нас попробуем потом. Это смысл трай, ребята. Ну, 2 ДДНчика. Ну, это только в гильдии. Да давай ласт трай. Запы были, а ещё остались они у тебя? Мы сейчас сдохли, кто-то лужу вынес, тут не в ДПС дело. Лужу не вынес, и вас мы под ноги просто. Он да, ну... Он я лужу разбил, мы сдохли. Хилить и ходить, ну, тут одна хилка быстрена, блядь, и все, которая точечно хилит, это нихера не хилит. Один. Чё, рой или чё тогда? Дайте портфор, поставь. Рандом личкинг пойдёт? Портал уже убежал. Да ладно. РЛК. Нахуя? Ну надо, у меня рог же есть, блядь. Мощный шестер. Не, это вроде не боешка. А это боешка? Тогда... Продам багруху, пацаны, кто не ушел. 15. За 8, как кто-то говорил.